Всем привет! Сегодня приготовим торт «Дамские пальчики». Для начала отправляем в кастрюлю 100 грамм масла, 125 миллилитров воды, 125 миллилитров молока, пол чайной ложки соли. И отправляем все на газ. Доводим до кипения и снимаем с плиты. Мука 150 грамм всыпаем и быстренько завариваем тесто, размешиваем. Перекладываем в миску, чтобы быстрее остыло. По одному добавляем яйца и перемешиваем. Перекладываем в кондитерский мешок. Выкладываем на пергамент. Отправляем в духовку 180 градусов 20-25 минут. Вот такие получились румяные, красивые печеньки. Для крема жирные сливки 30%, 500 мл. Взбиваем с сахарной пудрой 160 грамм. Сливки с пудрой сбились до такого состояния. Теперь будем добавлять сметану 150 грамм. И продолжаем взбивать. Крем готов. Укладывать торт будем в раздвижную форму. У меня диаметр 22. Промазываем хорошенько кремом. Убираем в холодильник минимум на 3 часа, можно даже на ночь. Освобождаем тортик. Красим растопленным шоколадом. Вкусно.